Эпизод 56. Популярный. Понедельник. День. Погорельский переулок. «Ишь ты, какой Погорельский-то стал нынче популярный!» – произнес водитель лимузина, останавливаясь у подъезда в мой дом. «Что вы имеете в виду?» – спросила я. «Да вот уж какой раз за последние 3 дня из Рица сюда людей вожу», – пояснил он. «Да?» – удивилась я. «И каких таких людей вы сюда из Рица возите? Туристов?» И туристов, и наших. На днях вот парнишку иностранца привозил. Молчаливый такой, неразговорчивый. У него тут какой-то друг живет. Только друга дома не было. А вы откуда знаете? Про друга. Да, парнишка меня попросил с ней в квартиру подняться. Только охранник здесь у вас шибко суровый. Не хотел пускать. Говорил, что в квартире никого нет. А у парнишки записка была от друга. Ну и утряслось. Ясно. Озадаченно кивнула я. «Вас ждать?» – бросил он. «Да». «Похоже, парнишка-иностранец это был Люк», – подумала я, направляясь к подъезду. «Только при чем тут еще какая-то записка? Я вроде Люку никаких записок, кроме той, которую он так и не прочитал, не писала. А может, в моем доме действительно живет какой-то друг Люка? Хотя у него нет в Москве никаких друзей. Или, скорее, не было, пока он сюда не прилетел. Странно все это как-то. Правда, водитель сказал что-то насчет того, что друга не было дома. В таком случае зачем Люку вообще приспичило идти к другу, да еще и с какой-то запиской? Но, тут же подумала я, ведь и меня в квартире на тот момент тоже не было. А Люк вот все равно ко мне зашел и снимок даже из окна сделал. И что все это значит? Наверное, то, что Люк любит ходить в гости, когда его друзей нет дома. Бред какой-то. Однако, откуда у него взялись ключи от моей квартиры? И зачем вообще было ко мне заходить? Мы же с ним в Рице договорились встретиться. А лицо у охранника действительно суровое, даже мрачное, проходя мимо стража общественного порядка, отметила я. И как это я раньше этого не замечала? А водитель вот с первого раза подметил. Наблюдательный. Я поднялась на лифте на свой этаж и подошла к двери квартиры. Достав найденную в номере у Люка связку, выбрала ключ, которым обычно закрывала дверь, и вставила его в один из 3 замков. Привычно щелкнув, он легко в нем провернулся. Так, этот подходит. Я проверила остальные 2 ключа, и они без проблем открывали замки моей квартиры. В памяти всплыли слова Сергея о жучках и 2 подозрительных типах, выходивших из моей квартиры. Постояв некоторое время в задумчивости перед дверью, я направилась обратно к лифтам и спустилась вниз.